Блять, вот, тебе надо было вот бейка поймать, он в бунках ходил. Это, ноль. Да я солюбил бабушки. Она была бы. Нет. Когда такая подготовка, приятно работать в удовольствии. Леса стоят хорошие. Ляпота. Ну вот и положили разделительный слой под фальцевую кровлю. Я сегодня молчаливый. Особо нечего комментировать. Одно могу сказать, что это идеальная подготовка под фальцевую кровлю на 100%. Там еще козырек небольшой. Ну вот, как-то так вот. Что? Я думаю, что в дом. В дом. Thank you.
Так, ну вот, пришел материал. Давайте я немножко вам покажу. Объект находится в Репино парке. Леса установлены. Покрытие грин-код Пуралмат БТ. Вот. Ну и как всегда, наш верный, как его назвать-то, снабженец всех материалов для кровли — Андрей Акимов, Циан Групп. Значит, водосточная система Аквасистем, желоба, трубы, снегозадержание Орима, держатели для снегозадержателей Орима. Вот здесь у нас клеймера, здесь у нас ПСУЛ. Это все для водосточной системы Аквасистем. Вот тут у нас сетка, скорее всего, для конька. Вот. Немного у нас. Там у нас распаковочка такая, да? Это самый лучший скотч в мире. Дельта Бэнк. Здесь у нас фальцгель. Открыть вам коробочку, показать, как он выглядит. А вот открыто есть. Вот. Чтобы фальцы заполнять в замке. Вот. Рунотекс. Фальцгель. Так. Полиуретановый герметик. Бостик. Так. И все из материалов пока. Пойдемте наверх. Покажу вам идеальную подготовленную крышу для фальцевой кровли. Для настоящей фальцевой кровли, а не какой-нибудь там защелки, кликфальц. Ну, все это имитация настоящего фальца, конечно. Вот. Так. Откуда мы полезем? Оттуда, наверное. Ага. Ага. Так. Потопали. Надо будет лестницу сделать еще хорошую, чтобы на леса подниматься. Ну и вот. Чуть раньше видели видео, как была сделана обрешетка и как стелилась. Так, подняться. Давайте поднимемся. Кровля уже защищена от внешних осадков. Одной из самых лучших мембран — Delta Fox. Наша любимая. Вот здесь, на этом скате, и дальше будут еще два мансардных окна с подъемом. То есть будет выше подниматься за счет короба. Множество разных узлов будут, примыканий. Ну вот, как-то так. Друзья, всем привет!
это наш новый объект. Вот. Совсем скоро мы к нему приступаем. Поэтому ждите. Здесь мы вам покажем, как вешаются водосточные трубы подвесные правильно. Вот. И фальцевая кровля. Узлы, ендовые, хребты, конечки и все остальное. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Жмите там бубенчики, колокольчики. Вот. И ждите выпусков. Кстати, хочу сказать, есть заповедь кровельщиков. Вот. В первой самой заповеди написано, что если вы не подписались на канал Пальцемастер, то не видать вам хорошей крыши. Вот. И есть вторая заповедь. Вот. Это надо подписаться на канал Кров Экспо. Ссылка в описании. И ждать выпуска главного фильма, который Андрей снял, приезжал и сейчас монтирует. И совсем скоро уже появится на канале. Так что не пропустите. Всем до свидания и ждите, ждите. Скоро все будет.